У Чорноморську найбайдужі люди викликали надзвичайників, побачивши маленьку дитину біля відкритого вікна. Подробиці цієї події вже готова нам розказати наша колега з Чорноморська Наталія Смірнова з нами на прямому зв'язку по Вайберу. Наталію, я вас вітаю і прошу вас розказати нам всю інформацію, якою ви зараз володієте. Добрый день. Это случилось в Черноморске в одной из многоэтажек. В понедельник в половине второго дня, примерно на уровне второго этажа, соседи заметили ребенка, который выглядывал из открытого окна. Адрес дома находится не очень далеко от МЧСников, поэтому, когда они их вызвали, МЧСники оперативно прибыли к дому по улице 1 мая 42, увидели, что действительно из открытого окна выглядывает ребенок, которому грозит опасность выпадения. Они оперативно поставили лестницу, безопасно спустили ребенка на землю, а в это время другие МЧСники стучали и звонили во входную дверь этой квартиры для того, чтобы понять, есть ли в доме взрослые. Поскольку им никто не открыл, было понятно, что взрослых в доме нет. Ребенка забрали, отправили в отделение полиции, где стали выяснять подробности этого происшествия. И тут выяснилась очень важная деталь. Оказывается, в доме находился взрослый. Это была мама этого малыша двухлетнего. Но, к сожалению, она не слышала ни стука в дверь, ни звонков, ни то, что происходило за окном, когда спасали ее ребенка из открытого окна, потому что она спала. Вот такая история, которая, к счастью для ребенка, закончилась благополучно, но не совсем благополучно для матери, потому что сейчас ей грозит штраф за безответственное отношение к ребенку. Ну и в завершение, как многодетная мать, хочу призвать всех родителей. Берегите своих детей. Это самое дорогое, что у нас есть. Дуже дякую, Наталі, за інформацію. Дякую, що доєдналася до роботи в студії Live День на 7-му телеканалі. Це була Наталія Смірнова, журналіст з Чорноморська. Нагадую, що у Чорноморську небайдужі люди викликали надзвичайників, побачивши маленьку дитину біля відкритого вікна на другому поверсі. В ЗМІ зазначалося, що рятувальники за допомогою драбини спустили дитину на землю і передали поліцейським. Також казалося в ЗМІ, що малюк був вдома без нагляду і з розкритим вікном. Але наша колега Наталія Смірнова розказала нам нові деталі. Все ж таки, дома дитина була не одна, дома знаходилась мати, але вона, на жаль, спала і не чула, як дитина приблизилась до вікна. Ось таку маємо інформацію на цю годину. Після невеликої паузи знову повертаємося до нашого прямого ефіру, тож залишайтеся разом з нами. А я нагадую, що в прямому ефірі для вас працюю я, Ірина Стрибко.